Кабачки-гриль. Точно так же, как мы жарили крылышки. Точно так же. Вот остается этот рассольчик. Масло. Олег. Не рассольчик, а там масло, соль и перец. Олег там обмакивает их и укладывает в эти решеточки. Получается обалденно вкусные кабачки. Обалденно. Вот он сначала крылышки пожарил, а сейчас кабачки. Да, Степа делает очень важное замечание. Степа, молодец. Также мы делаем шампиньоны. Шампиньоны очень тоже вкусно получаются. И перец болгарский. И баклажаны. И баклажаны, да. Обязательно вот маслечко, оно не дает, тогда они получаются сочные, а без масла сухие, невкусные. Да. Вот так прям рекомендую. Оливковое маслечко дает такую корочку, которая не испаряет влагу. И оно не канцерогенное, это масло. Да, это 7-8 минут. И самое главное, вот Олег не отходит ни на шаг. Да, Степ? Да. Крылышки вкусными. И постоянно пересчитываю. Скажите, у деда самые вкусные крылышки. Да, Жень? Очень. Вот они. Жирный палец вверх. Вот и интервью клиентов. Вот они. Дегустаторы наши самые главные, да? Самые главные дегустаторы. Вкуснота необыкновенная. Деду респект и уважуха, да? Да. Наливайте. 30 июня все-таки я решила снять эти кабачки. Это с одного куста. Но не будут точно они метровой длины. Решила я не дожидаться, а то будет тормозить развитие куста. Вот 31 сантиметр. 33. 34, 33 сантиметра, в общем, кабачок.